После того, как зашли в браузер, надо набрать в строке, в адресной строке команду адрес accounts. Аккаунт с google.com. Вот такую команду. Такой адрес. И она приведет в аккаунты. Мы из этих аккаунтов выйдем. И все удалим. Этот и этот. Готово. И теперь она предлагает войти под любым аккаунтом, который мы можем придумать. Я могу, например, здесь войти вот под таким nsto.com. После этого могу войти, выйти из этого аккаунта. И она опять приводит сюда. Здесь я могу поменять. Или войти в еще один аккаунт. Его или удалить, или добавить еще один аккаунт. Если она не предлагает добавить еще аккаунт, то надо удалить. Готово.